Признаки пришествия Антихриста. Весь мир издерган войнами и террором, из-за угла коварными убийствами. И перечисли дьявольскую свору: еретики, фашисты, коммунисты, огромный аппарат из КГБ и ФБР и прочих соглядатаев шальная свора. Не могут нас обезопасить, принять мер, себя избавить здесь. И память от позора не могут лихорадить бедную старушку и президента от подвала и до чердака на всех компьютер занесли на мушку. От патриарха, папы до туберкулезника, зыка, еще не все, еще метро взрывчаткой под самую завязку трамбуют. И это не от страха, не догадка. План протоколов, так оно и будет. Великий вопль и стон кровавых глоток диктатора, тирана, сильною рукой не слышать взрывов крейсеров, подлодок. Пусть будет деспот, но при нем покой. Сегодня при желании в один момент затарить суд, судилище бесплатно. Любую креатуру вызволить на свет, будь то Саддам, Зюганов и Бен Ладен, но все они масонам так нужны, как Богу черт в пурпурном одеянии. До времени, пока от блудницы жены восядет зверь еврей в божественном сиянии, приходится терпеть, молиться столько лет, не клясть правителей, беспомощность кагала. В комедии игре Хам, Сим и Афет приход Антихриста Писание предсказало. Весь мир издерган войнами и террором, весь мир издерган войнами и террором.